Сфоткать привет зритель не получается. Тогда запишу на видео. Чашка. Я тупо в гамаке лежу. Вообще, это как бы надо двумя руками делать. Да. Не очень удобно. Ну, где ты еще такое видишь, зритель? Я тут уже неделю с лишним. А, блин, не могу не записать на видео. Привет, зритель. Тот ролик, где я кручу медогонку, я, наверное, отдельно с чем-нибудь соединю, с каким-нибудь другим роликом, записанным на телефон, либо на камеру, где кошка там мышку ловила. Она сегодня 8-ю мышку поймала вообще. Я так с утреца просыпаюсь, выхожу на крыльцо, смотрю, там кошка, а потом смотрю, а она мышку хав-хав. Если тебе, зритель, интересно, что до этого было, там солнышко вот так постепенно за эти облачка, которые напоминают горы, зафиндючилось, то тебе надо в телегу. В телегу оно раньше отправляется. Потому что интернет тут такой, что в телегу можно залить фоточку, а вот на YouTube, даже с телефона маленький ролик, хрен в два. Не поверю, зритель. Я тут на телефон пыталась фоткать паучка за окном, внезапно откуда-то вылез, что... Пока доставала камеру, буквально 2 минуты. Этот паучок куда-то, сволочь такая, свалил. Он прямо вот здесь вот такой лицом ко мне был. Ну, в смысле, это и спиной к народу. Паук изнутри практически. А что-то у меня его нормально не получалось фоткать. Он, пока я его фоткал, он все время куда-то ворочался. Не фотогеничный, наверное, паучок. Он так увидел меня с телефоном, с камерой. Я решил, фиг тебе, свалю. Короче, сейчас у нас совсем недавно закончился дождь, была гроза. Я молилась дьяволу, которого сама себе придумала. Там, где Люцифер думается, короче говоря, инферно-сферальному. Чтобы у нас свет не отрубили, потому что как бы есть у меня еда, которую у меня, кажется, все приближено, которую как бы можно есть и без электричества. Но без электричества как-то все грустно, да, чайник не поставишь. У меня все электрическое, газа-то сейчас как бы нету, по некоторым причинам. Вот у нас тут 22 где-то так градуса был, только что 21. Короче говоря, в общем, что у нас сегодня? Понедельник. Второй понедельник моего бытия, третьего приезда тут. Приехала 24 вечером. Я тут 9 ночей, ну, можно сказать, 9 суток, 10 день, как я тут. А в гамачке у нас там лужится, но не то чтобы лужится, он мокренький, я думаю, он быстро высохнет. Я сделала одну страничку Додзи, которую тут еще с прошлого года, с апреля, хотела заняться ей. И так громых-громых, я понимаю, что как бы, наверное, будет гроза, и надо быстренько сначала собрать ноутбук, потом собрать плитку с чайником. Ну, чайника не было, там только установочка была от чайника. Потом собрать ящик из-под рамок, вот по типу такого, как тут вот стоит, он сох. Убрать его на двор. Двор — это задняя часть дома деревенского, если кто не в курсе. Потом убрать запчасти от медогонки, внутри такая крутилка. Кто в телеге есть, подписан на мою телегу, в бложек на моей телеге, то там фотку уже видели. Там вот как раз вот эта крутилка, куда рамки вставляются. И рамки такие, в которые вставляются рамки пчеловодные, которые вот там стоят. Ну, по типу таких. В общем, рамки и крутилку. Потом что-то еще надо было брать. Столик покрыть вон этим самым. Ух ты как. Камера-то его отсюда видит. Хотя я отсюда смотрю, вижу только кусочек без этих... без этих древесек, короче говоря. Убрать вот, ну, покрыть столик этой...
клееночкой, дровишками приложить, чтобы она не слетела и столик не намок. Вообще столик пчеловодный, низенький, на нем не очень удобно. За ним не очень удобно сидеть, даже сидишь на табуреточке низенькой, которая сейчас на крыльце. И ноги, чтобы вытянуть, это, ну, короче, или вытянул ноги, сидишь с вытянутыми ногами, или мутаться. Короче, так. Я-то хотела тупо заснять тебе паучка, зритель. Я вообще что-то как-то мало на камеру в этот приезд снимаю. В прошлый, по-моему, тоже как-то не особо много. Да как-то еще несколько дней тут никак было не монтировать ничего. И вообще я думала прокатиться перед тем, как выставлять рамки на осушку и медогонку на осушку пчелам. Но так как у нас случился дождь, и солнце уже не появится, скорее всего. Ну, короче, там как бы трава мокрая. То есть, хоть мне и сушилку вроде как выставили там родственнички мои, которые вчера приезжали, то прокатиться-то можно, а вот дела уже не сделать, которые надо было на сегодня. Короче говоря, хотела до того, как выставить медогонку, прокатиться до 5 часов, но пошел дождь. А потом я думала прокатиться еще раз. Ну, видимо, прокачусь только один раз. Ну, или как получится. У меня вот тут чашка есть. Интересные. Яблочки дикие. Кайлаш Дживан мной купленный уже повторно. Второй раз его покупаю. Третий раз вообще, а второй раз для себя. Плоскогубцы. Котика я сейчас, в смысле, кошечку покажу, зритель, где-то она тут была. Хотя, наверное, ее тут не видно. Я включу свет, может, вот, видно. Вот тебе котика. Ну и что, пока, наверное.